Азербайджанული литература, поэзия и так не было картула. А наши чёрные люди монадили у вас. Вот эти молодые литераторы, когда вот все это началось, этих молодых литераторов где-то было 40 авторов среди них, но остались максимум 3 или 4. За эти 13 лет были такие, которые просто ушли. Уже ничего не смогли сделать, вот пошли в уныние и ушли. Были такие, которых привлекли какими-то материальными благами, не знаю, чем-то другим. Есть такие, которых как бы испугались репрессий после смерти журналиста Эльмара Гусейнова. Еще 10 лет тому назад нельзя было представить, что вот кто-то, какой-то издатель мог бы свободно издавать, потому что боялись. А сейчас вот боятся, но делают. То есть вот это очень хорошо. И потом вот молодежь очень поменялась. И в этом очень большая заслуга вот этой плеяды. Баки крылья будут пактобривать, если гемецкому десалкомичить, гамму и чеда азербайджанную культуру, азербайджанную критику, реализм, азербайджанную гамма на фундурбат фильш. С начала 2000-х уже многое изменилось, могло бы быть намного больше. Это более сложный процесс, вот это изменение мозгов, изменение менталитета. Это еще же не только связано с писателями, с литераторами, которых можно считать на пальцах руки. Это еще связано, непосредственно связано с образованием. У нас в зале присутствует наш друг, актер, он очень талантливый актер нашего ЧУЗа. Его недавно уволили за его гражданскую позицию. Там была малая сцена, там был такой хороший зал, в который можно было сделать театр, вот такой мейдан театр. Но они не разрешили сколько. Ну, 3 года я боролся, чтобы делать такой творческий спектакль, творческий театр. Но они сказали нет. Я был на Азербайджан-фильме, огромное прекрасное здание, там очень много интересных людей, кстати, мои близкие. Это огромная государственная студия. Вот интересно, почему не снимаются кино? Нет, и это не из-за того, что они не ценят искусство, они просто боятся. Они просто боятся. У нас банки, их капитал намного больше, чем грузинский банк. Но у нас вот банк не может это финансировать. Какой-то конкурс, какое-то представление, в отличие от Грузии. То есть это невозможно без согласия государства. Дорогие друзья, вы сейчас в Кавказском доме в гостях.
мы подружились вот с Кюнелем где-то 7 лет, 8 лет тому назад. Кюнель поэт, работает на радио «Свобода» в азербайджанском радио «Свобода». Хаджи, журналист, тоже там на радио «Свобода» работает. Но нас связала поэзия в начале. Вот Кюнель меня переводил, а я ее стихи переводил. Она и других поэтов переводила. Давай начнем, вспомни, как это наша дружба начиналась. Ну, я помню, что Салим мне позвонил, Салим Бабулоглу, известный азербайджанский поэт, и сказал, что я начинаю один проект, в этом проекте несколько грузинских и узбекских поэтов, мы переведем их творчество на азербайджанский язык, и с наших поэтов тоже сделаем перевод на грузинский и узбекский язык. И заказал мне несколько авторов грузинских, среди них я очень вот ярко помню тебя, Шота, и Звиада Ратиани. Да, а потом у меня начался такой проект «Кавказский дом», делал вот, 3 антологии, выпустил вместе современная азербайджанская поэзия, армянская и грузинская. «На рубеже веков» так называлась. И вот у меня в руках вот эта книга в 2006 году. Она вышла, и там есть и стихи Кюнеля. Может, прочтем одно стихотворение по-грузински, как это звучит. «Царуматебели декорация сикуделисатвис. Каргадвици шейтхо гинда, цива туара, теди, нушишо. Уцхоубаши дроебаним холод мочвенебания, соплел бавштатвис. Твалебит грзновт мудам чвен мат. Арас хеулит. Ташенс нугар момцер сопелзе, хвелапери седац вици. Турата чхавили, клавац авсепс. Цинатле мимкрал сахлепсада, ареепс, намиан велеп шорис кадачимулепс. Дилабинзе, искацеби, цолепс наткени пехивит ром итревен холме, соплиш шукепши, чндебиан клавац, завхулис хватши, сицхисаган шегонебул, авадн кофта сацолепски. Вици, чрдил так алдакуалро, да атрепт холме. Снеулио, вткви, деди, дагави пикре. Вигас туку деба, мистани самос, ну гамоитант, ну да и дирепт. Ирцмунет, мтели ес ценеби натирлеби, царуматебели декорациеби асикудили сатвис. Сахе сикудил сац акс да свели, кеделивит налес, зизил пипилоепс, аричерс, деди. Тавад сисоцхлец, царуматебели пародия, чвенамде набинадартатвис, роца церискце, тавсу амгуанеб эсениц исиц, уцхообидан сцерда турме, деда сцерилепс, маса чемсавит сдомебия, шоблиури велеби гаецно, уцхо кэрнели миджнуртатвис, апатие деди, мером уцхообаши михуди, самшоблос калеби ра уазрони, ария. Это стихотворение, вообще-то, я написала где-то 10 лет тому назад. Ты знаешь, вот, например, 10-13 лет тому назад началась вот такая новая волна молодых литераторов, молодых писателей и поэтов, которые вот отрицали фактически все. В то время очень было актуально вот культ матери, культ сестры, культ национальных каких-то ценностей, и в наших стихах это как бы была вот акция протеста, что, ну, мать это вообще-то не всегда она святая, женщина она не всегда святая, сестра, не знаю, все вот наши национальные ценности, не надо из всего этого делать культ, порой даже они могут казаться какими-то бессмысленными даже, вот. И это как бы было вот это в этом стихотворении как бы был мой протест вот этим ценностям. Если все это обобщить, вообще, ну, литература, ну,
существует для того, чтобы что-то протестовать часто, чтобы что-то, то, что уже устарело, что уже там это надо менять, вот литература должна помогать. И вот я хочу, чтобы Хаджи включился вот в этот разговор. Нет, я не считаю, что литература всегда должна протестовать. И миссия литературы должен быть протест. Не всегда. Да, да не всегда. Но просто, когда есть чему протестовать, первый, кто это должен делать, это должны делать именно вот, поэты, писатели, интеллигенция, вот, глаз народа. Да? Почему, вот, например, вот эти литераторы, их называют двухтысячными, как бы в аналогии с шестидесятниками, они у нас сейчас так принято их называть 2000-ми. Они почему начали протестовать всему? Этому же всему были причины свои. Во-первых, это потому что вот шестидесятники, которые уже окаменели, они являются символами прошлого, символами застоя. И вот эти новые писатели, литераторы, писатели, поэты, они вышли, они протестовали против этого. Они протестовали тому, что угнетает народ. Они протестовали тем вот шестидесятникам, потому что они поддерживают вот авторитаризм. Когда, например, спрашиваешь у шестидесятника, да, классический, он может рассказать обо всем угодно, о какой-то высокой материи, о какой-то идеальной любви, о какой-то недостижимой свободе, о возвышенных чувствах. А когда у него ты спросишь, а как насчет прав человека, а вот видели, вот того-то арестовали за то, что он высказался, они сразу, они в лучшем случае они это не комментируют, в худшем они держат сторону властей, а так они говорят, лучшая их отмазка это давайте не будем об этом, давайте лучше поговорим о любви, о высокой материи. Как можно говорить о любви, когда, да, о любви, когда человека, твоего гражданина арестовывают за его слово, когда столько политических заключенных в твоей стране? Вот у меня эта история вспомнилась, из-за чего я же был почетным членом Союза писателей Азербайджана и вышел. Вот как-то вы лучше расскажете об этой истории. В то время, когда мы познакомились с Шота, его вот почетно приняли в Союз писателей Азербайджана и вручили ему... Потому что мы много делали так. Да. И как-то вот буквально где-то пару месяцев назад в Азербайджане один писатель, кстати, тоже шестидесятник, он написал роман про армяно-азербайджанский конфликт, и как бы в своем романе он описывал армян как мучениками и азербайджанцев как бы вроде палачами. Ну, это было его мнение, это были его взгляды, его художественный подход к этой теме. Но вот в Азербайджане это приняли очень агрессивно. Началась репрессия на Акрама Элисли, автора этого романа. И с него сняли все эти почетные имена, все должности. Разжаловали. Да. Жену уволили с работы, сына уволили, каждый день перед его домом организовывали эти акции, и там участвовала молодежь, которая вообще не имеет представления, кто такой Акрама Элисли и что он написал. И это было настоящее. Особо приближенный к императору политик даже высказался о том, что нужно отрезать ему ухо. Да. И когда вот насчет этого пресса начала спрашивать у председателя Союза литераторов Азербайджана Анара, народного писателя, и Анар это одобрил эту репрессию,
Они тоже официально заявили, что он больше не является членом нашего союза, и как бы они поддерживали эту репрессию. И когда мы об этом сообщили Шота, что вот смотри, в чем ты заочно участвуешь, Шота публично отказался от Союза писателей и как бы торжественно вышел оттуда, ушел оттуда. Какие-то страны у вас там майки? Это наша акция в защиту наших друзей, ныне политически заключенных. Они молодые ребята, средний возраст их 20-22 года. Ну вот эти наши друзья, вот этот Заур по прозвищу Раскольников, он еще является очень хорошим публицистом. Он член, вот это, да, есть же у нас еще альтернативный такой писательский кружок, можно сказать, альтернативный союзу писателей, который является чисто как бы добровольным сообществом писателей и поэтов, не финансируется, у них нету ни официальной регистрации, да, ни изданий, ни... Там Гюнель сейчас, да? Да, временно, там каждый год меняется. Это тоже интересная форма, ежегодно. Да, в отличие от Союза писателей, там ежегодная ротация меняется. Да. И вот он один из молодых членов вот этого, как это? Очаг свободных писателей. Очаг свободных писателей. Несмотря на то, что нет у них никакого финансирования, они на сегодняшний день больше делают для литературы, то есть они больше издают книги, выпускают журналы, альманахи, журналы. Как без денег? Ну вот откуда-то кто-то находит. Ну вот у нас есть такие люди, которые вот они жертвуют себя ради литературы. Кто-то помогает, кто-то откуда. Это непонятно. Вот главный вот там организатор — это Расим Гараджан, наш поэт. Вот да, он откуда-то находит. То есть вот этот очаг, несмотря на то, что ниоткуда не финансируется, у него даже здания нету, где его можно, запечатать, закрыть и разотретить. Они в основном собираются там в чайхане или у кого-то дома, принимают какие-то решения. Великолепный офис чайхана. Да. И да, его невозможно, то есть, закрыть. Стол невозможно закрыть. Да, вот этот Заур Гурбанлы, он вот недавно его приняли тоже в этот очаг. Он очень хороший публицист, у него очень хорошее перо. Он, как и мы, член организации НИДА, это, значит, гражданская организация за демократию, за права человека, без амбиций. Это не партия, у нас нету каких-либо амбиций. Мы просто хотим свободы, мы хотим свободных выборов, демократической страны. И вместе с тем, то есть у нас нету, например, лидера, который баллотировался в президенты и так далее. Наше дело просто доносить до людей, что вот это ценности нужно защищать. Это нам на самом деле нужные ценности. И вот это семеро пока что, вот я пока сюда мы шли, я услышал, что еще двоих арестовали. Вот, а так до этого вот семерых из наших ребят, всех молодых ребят, вот этот Решадет, членом председательского совета является он. Вот его арестовали несколько месяцев тому назад, пока он был в тюрьме. Ему где-то 25-27 лет, можно точно не помню. У него родился сын, он еще его не видел. Но пока он был в тюрьме, у него родился сын. Уже вырос. Уже вырос. Мы ему тоже вот такую майку сделали. Маленькую такую. И он, да, вот, тоже надевает майку. Как я вижу, вам довольно много придется таких... носить. Да, делать придется, потому что у нас каждым днем число политических заключенных увеличивается. Гюнель, давай как-то... Начали мы из поэзии, и поэзии закончим как-то.
Может быть, что-то прочтешь ты по-азербайджански. Этот мой стих тоже из того же цикла, который ты прочел, и это тоже вот стихотворение, где-то этому стихотворению где-то 10-11 лет. И называется «Чужбина». Sənə məktub yazdığım gecələr, darıxdığım gecələrdir. Və belə gecələrdə siqaret, pəncərə, artıq effektsiz bir dərmandı darıxmaqlara. Mən belə gecələrdə pəncərəsindən mənzərənin göründüyünü xatırlamayacağım bir sevgili arzuluyuram. Qınama məni. Sevgilər heç olmasa tüstülü, sərxoş gecələrə bəraət verməyə yarayır. Mən isə təkəm. Qapımı kimsənin döyməyəcəyini bilə-bilə hər səsə səksənirəm və ümidlə qapını açıram. Yadındamı? Həmişə nənəmi danlayardıq hər şeylə maraqlandığına, hər səsə səksənib qapıya qaçmağına görə. Öz kasıb dünyasını kənar söz söhbətlərlə dolduran o qarı qocalığı boyu kimisə gözləyirmiş. Sən də məni gözləyirsən və harada olduğumu yazmadığıma görə qınıyırsan məni. Nə fərqi var? Vətən olmayan bütün yerlərin bir adı var ana, qürbət. Sigaret, pancara, Bu, это наше общее слово. А и сейчас вы на чужбине очень часто? Ну, вообще-то, да? я Тбилиси, Грузию не считаю чужбиной. Сейчас, в данный момент, да. для меня вообще-то Азербайджан – это чужбина из-за обстоятельств в Азербайджане. Я, например, когда приезжаю в Тбилиси, мне всегда очень радостно, что опять я в Тбилиси, это уже в своем. Да, ну, чтобы объяснить, они чаще в последнее время в Тбилиси находятся, сняли квартиру. Ну, Грузия в данный момент для Азербайджана это как форточка, откуда несет вот этим ветром свободы, этим ветром демократии. А у нас направление совсем другое. У нас направление к ужесточению авторитаризма. Вот это плохо. Но все-таки что-то позитивное. Там нельзя все время. Там... Позитивное то, что люди уже не молчат. И людей, которые не хотят молчать, с каждым днем все больше. Я вам желаю большого успеха. За что вы боретесь? За свою страну. Что вы скоро увидели вашу страну такую... как вы это представляете, и Юнелю я желаю творческих успехов в поэзии. Ну, большое спасибо за интересный разговор. Вам спасибо.